Стоит ли жениться или выходить замуж? Ответ для мужчин и женщин разный. Мужчина для того, чтобы у него продолжался духовный рост, а также для того, чтобы он духовно возрождался, этому мужчине необходима семья. Так как для мужчины один из элементов духовного подвига и духовного роста является элемент, где он обзаводится семьей и детьми. Таким образом, если вы мужчина, и если вы живете и нет с вами рядом женщины, это будет приводить вас к тому, что вы плавно будете деградировать. Женщина, наоборот, будучи эзотерически, энергетически человеком, которого мужчина вампирит, будучи человеком, который является элементом, ну нельзя говорить элементом, а человеком, который энергетически является как бы человеком, поддерживающим мужчину, у женщины все очень часто происходит совершенно по-другому. В случае, если женщина имеет семью, в случае, если женщина имеет радость в жизни и у нее есть о ком заботиться, то для продолжения духовного роста ей нет необходимости иметь рядом с собой мужчину. В случае, если вам не хочется заботиться о мужчине, в случае, если вам вообще не хочется мужчину, не стоит стремиться в этом направлении и не стоит, чтобы такой мужчина рядом с вами появлялся. Поэтому я хочу вам сказать, если вы мужчина и вам не надо женщина, то вы должны стремиться к тому, чтобы она рядом с вами появилась. А в случае, если вы женщина и вам не нужен мужчина, то я могу сказать вам, что есть смысл успокоиться и переместить свое сознание и чувства в другую сторону по отношению к своим детям, по отношению к своему здоровью и красоте и так далее. У мужчины без женщины развивается озлобленность и апатия. Также не происходит духовной реализации. У женщины все равно.